Ваша любимая супруга перестала следить за собой, разожралась или просто банально не дает? PlayStation Vita. Подключайтесь к интернет везде, где доступна сеть Wi-Fi. Или используйте функции 3G. Посещайте любимые порносайты и порталы интимных услуг. Ваши любимые порнофильмы буквально оживут на этом великолепном 5-дюймовом экране с потрясающей цветопередачей и высоким разрешением. PlayStation Vita. Для дома, для семьи. Ваша вторая половинка ненавидит ваших друзей? Не теряйте связи с ними. Будьте всегда доступны для друзей в чате PlayStation Network и в соцсетях с помощью социальных приложений PlayStation Vita. PlayStation Vita. Для дома, для семьи. Больше никто не станет между вами и вашей любимой игрой. Игры и изображения буквально оживают на этом великолепном экране с потрясающей цветоподачей и высоким разрешением. Портативные игры еще никогда не выглядели столь красиво. PlayStation Vita и PlayStation 4 идеально дополняют друг друга. Если телевизор занят, вы можете продолжить одну из множества игр для PlayStation 4, поддерживающих технологию дистанционного воспроизведения на экране PlayStation Vita. PlayStation Vita. Для дома, для семьи. Вашим близким не обязательно знать, сколько вы на самом деле тратите на видеоигры. Благодаря сервису цифровой дистрибьюции PlayStation Store вы можете покупать игры напрямую с вашей PlayStation Vita, а баланс пополнять через ближайший терминал Kiwi. Вас ждет огромный выбор товара, в том числе игры, демоверсии, дополнения и видеоролики, а также регулярно обновляемые специальные предложения. Загружайте игры культовых серий и эксклюзивные игры PlayStation Network. Не пропустите постоянно растущий ассортимент игр для PlayStation 1 и PlayStation 2, а также внушительную подборку игр независимых разработчиков. PlayStation Vita. Для дома, для семьи. Бесконечный плач ваших детей сводит вас с ума. С гарнитурой PlayStation Wireless Stereo Headset 2.0 вы окунетесь в волшебный мир пространственного звучания, созданного с помощью технологии Bass Impact. Наслаждайтесь чистым объемным звуком дома или в дороге, подключив гарнитуру PlayStation Vita или другому мобильному устройству. PlayStation Vita. Для дома, для семьи. Для работы с PlayStation Vita и мобильными устройствами требуется проводное подключение. Сохраняйте в тайне стоимость вашей PlayStation Vita. Помните, вашим близким глубоко безразличны ваши интересы и увлечения. Не травмируйте их без необходимости. Скажите, что это не оригинальная PlayStation Vita, а копеечный китайский клон. Поверьте, они не увидят и не захотят увидеть разницы. PlayStation Vita. Для дома, для семьи. Бесконечные ремейки и порты только на PlayStation Vita. Когда-то ради семьи вам пришлось забыть про свои надежды и мечты и отказаться от покупки PlayStation 1 или PlayStation 2. Золотая коллекция классики PlayStation 1, а также прекрасная подборка бесконечных ремейков и портов позволят вам наверстать упущенное и заполнить досадные пробелы в образовании и культуре. PlayStation Vita. Для дома, для семьи. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Барин, и сегодняшнее видео хотелось бы начать с такой немного неприятной истории. В январе 2023 года у меня украли мою PSP. И, соответственно, наверное, меньше чем через неделю я купил себе новую, то есть вот такую непрошитую модель E1008. Фактически точно такую же, которая была у меня, только черного цвета. Моя была белая. И, к сожалению, обнаружил, что весь цифровой контент, который я покупал вот на эту консоль через PlayStation 3, на нее больше не устанавливается. То есть вот эта система PSP отказывается активироваться на моей PlayStation 3. А именно все от того, что как раз таки в 2021 году вышло какое-то дебильное обновление для PlayStation 3, PSP, PlayStation Vita, по которому эти устройства надо регистрировать с помощью каких-то специальных кодов, которые можно было получить только на сайте Sony, зайдя в свою
как раз таки учетную запись PlayStation Network, там включить двойную аутификацию, и вот только после этого как-то там, можно так сказать, при помощи зачастую танцев с бубном, сами консоли активировались, и был доступ ко всему, соответственно, купленному цифровому контенту. Проблема вся в том, что последние ревизии PSP, вот эти вот E1008, они не были оборудованы Wi-Fi модулем. И то есть через саму вот эту PSP ее никак не активировать. А через PlayStation 3 она старым способом активироваться вообще никак не хочет близко. Что я там не делал, то есть устанавливал на нее последние обновления там официальные, устанавливал время, в общем, ничего не помогло. То есть получается так, что вот эти кучу карт памяти, которыми от нее есть, они в принципе бесполезны, остается только ее прошить, ну и соответственно закачать туда, в принципе, то, что у меня было уже пиратским способом. Вот. Ну, то есть я пока вот могу играть в нее разве что через диски. Значит, на вот этот Новый год мой близкий друг Владимир Горбунов с канала Мнение Дилетанта подарил мне вот такую более старую модель PSP, это 3008, у которой как раз таки есть Wi-Fi модуль. Ну вот я думал, сейчас я, значит, все вот эти игры активирую, буду, значит, именно вот в цифровые версии игр играть на ней, а вот в дисковые буду играть на вот этой E1008, поскольку там привод поживее. Но выяснилось, вот, конечно, такая очень печальная новость, что как бы все-таки PSP достаточно древних технологий, и вот современные вот эти Wi-Fi она не понимает. То есть она их видит, но не может к ним подключиться. Там неизвестный тип соединения. То есть, как я посмотрел, вот именно в моей парадной у кого-то все-таки есть еще какие-то вот Wi-Fi, которые это PSP понимают. Но я же не буду ходить по всем соседям и спрашивать, а вот у вас вот такой Wi-Fi с таким названием, да, вот, а можно я там подключусь, активирую свою эту PSP, закачаю игры. И, в принципе, тогда я вот принял решение купить себе PlayStation Vita, поскольку все-таки моделька более новая, ну, точнее, сама консоль, и, соответственно, у нее Wi-Fi, вот он какие-то современные соединения спокойно понимает. Ну и закачать весь цифровой контент. В принципе, выяснилась, конечно, такая вещь, что, значит, не все, к сожалению, тут работает. Ну, то есть, например, вот многие игры, что у меня были в цифре, ну, точнее, даже некоторые игры, что у меня были в цифре, они на ней не запускаются. То есть это где-то 20, наверное, процентов игр из тех, что я покупал для PlayStation Portable, да, вот, они здесь, к сожалению, даже не скачиваются. Ну, то есть, вот, например, Future Cop Lapidi. То есть, вот эта игра отказывается загружаться. Вот, или там, допустим, о, кстати, вот что хотел сказать, то есть, когда-то я покупал игры Тима Шафера, которые он делал для LucasArts, еще до того, как он оттуда ушел, а потом выкупил права на них обратно и, что называется, сделал ремастеры. Ну, точнее, не выкупил их обратно, а просто купил права LucasArts на игры, где он был ведущим геймдизайнером. И, соответственно, поскольку я покупал себе их в цифре на PlayStation 4, то мне бонусом давалась версия для PlayStation Vita. И наконец-то она пригодилась, то есть это все себе я загрузил благополучно. Вот сижу в них, играю. Ну вот, например, получается такая тоже не совсем лицеприятная вещь. То есть первая и третья часть Siphon Filter у меня спокойно качаются и работают, а, допустим, второй Siphon Filter не загружается вообще. То есть, хотя он без всяких проблем работал на PSP. Зато вот всякие мини-игры, да, что у меня вот были еще на PlayStation 3 и работали на PSP, они, собственно, пошли на Vita совершенно спокойно.
Ну вот, к сожалению, почему-то не работает первая часть Medal of Honor Heroes, то есть при том, что вторая нормально запускается. И, кстати, я обнаружил какие вещи очень любопытные. Ну, во-первых, то, что все-таки у Vita, у нее экраны гораздо большего разрешения, точнее, поддерживают гораздо больше разрешения, чем, соответственно, вот PSP, ну, к примеру, да? То есть вот так их положим, да, то есть вот здесь экран все-таки побольше получается, да, и то есть вот эти игры от PlayStation 1 и PSP, они в более высоком разрешении здесь идут. Ну и, соответственно, в шутерах на PSP мы обычно играли как? То есть у нас был стик, которым мы ходили, и, соответственно, вот эти кнопки у нас выполняли функцию обзора. То есть на них мы нажимали и, соответственно, вот двигали камеру. То есть играть было очень неудобно. На Vita есть какая возможность? Можно вот кнопки переназначить именно в играх от PlayStation 1 и PSP. И вот я, например, во второй части Medal of Honor Heroes перевел вот эти все кнопки на правый стик. И все стало просто вот наконец-то отлично работать. Вот замечательно. Стало играть гораздо удобнее. Ну вот еще тоже был такой юмор. То есть у меня, например, на PSP были как раз таки вот Metal Gear Solid и Metal Gear Solid Special Mission. Вот они как-то очень глючно работали на PSP. То есть они там загружались, но постоянно было какое-то вот отставание звука, какие-то искажения изображения. То есть, ну, нормально в портативе в них нельзя было поиграть. То есть здесь, к сожалению, Metal Gear Solid Special Mission не загружается, но вот Metal Gear Solid обычный работает нормально. То есть у него вот такой вот ерунды нету. Ну, к сожалению, опять же, из PSP-шных игр Silent Hill Origins сюда не загружается. Но благо есть он у меня все-таки на диске. К моей величайшей радости, все-таки я когда-то подсуетился и в 2000, по-моему, 13-м, что ли, году успел его купить. Ну и, соответственно, с цифровой версией вот были какие-то проблемы. То есть эта игра почему-то она, скажем так, нормально на PSP не шла. То есть это именно цифровая версия Silent Hill Origins. То есть дисковая вот работает нормально, там никаких вообще проблем нету, а вот цифровая, почему-то были какие-то курьезы в кат-сценах, то есть какие-то последние фразы или предложения, они вот почему-то как-то проглатывались, обрывались, и кат-сцена прекращалась. Ну вот, может, там, ну, какой-то непорядок, видимо, был с цифровой версией. Ну, самое главное, что где-то вот 80% игр наконец-то у меня пошли. Моей величайшей радости. То есть я все-таки не зря все это покупал. То есть удалось все это все-таки загрузить. Все это нормально работает абсолютно. То есть никаких сбоев и глюков мной замечено не было. Вот. Тут еще, кстати, очень интересно, так закрываются все приложения, то есть в виде вот таких вот листочков, потому что у нас здесь получается два сенсорных экрана и аж две камеры, то есть одна камера у нас где-то здесь, а вот вторая камера, она как раз-таки сзади. И как бы вот это тоже сенсорный экран, то есть про передний сенсорный экран я знал, про задний нет. То есть почему есть специально вот эти ручки, чтобы, значит, не касаться сенсорного экрана при игре, где это используется. Вот, и, значит, как бы вот в каких-то играх с PlayStation 1 у нас как раз-таки вот этот второй сенсорный экран мог использоваться как клавиши R2, L2 по умолчанию. В принципе, то есть заценил дистанционное воспроизведение, то есть это с PlayStation 3 работает, это работает с PlayStation 4. На четвертом PlayStation можно еще игры запускать и использовать PSP как ретранслятор, но, конечно, из-за отсутствия некоторых кнопок играть не очень удобно. То есть не все, точнее, игры эту функцию нормально поддерживают, вот этого удаленного запуска. Вот, к сожалению, какие-то
игры и приложения, а теперь можно скачивать только напрямую с самой Vita, то есть нельзя это делать через консоли, как раньше. Вот именно из-за этих дебильных всех обновлений. Ну, соответственно, вот можно что-то вроде таких папочек создать. Как будто вот они тут в виде таких пузыриков. То есть тут у меня игры на Авито, PSP, вот всякие эти. И дальше идет там разделение по жанрам. То есть вот так я решил это все сделать. Ну, сейчас как раз я как пример загружаю вот Monster Hunter Freedom Unity игру. То есть, которую у меня, кстати, нету на физическом носителе, она для PSP. И интересно было здесь именно исполнена зарядка. То есть, если мы посмотрим, у PSP обычно была вот своя зарядка и, соответственно, отдельное вот USB гнездо, то есть 2.0, куда мы могли спокойно, что называется, любой вот такой мини-USB кабель подключить и, в принципе, ее куда угодно воткнуть, то в этом вопросе с Витой все интереснее. То есть, грубо говоря, вот ее зарядка идет. Чем-то такой вот он напоминает зарядник какого-нибудь фотоаппарата. Но вот самое интересное, что консоль подключается именно вот так, чтобы ее заряжать. А как раз таки вот этот провод, это у нас USB. То есть здесь свой уникальный провод для подключения куда бы то ни было. Что вы говорите? Это он. Это я хотел вас спросить, что такое гаджет? Гаджет! Это хитрая уловка, чтобы легче захватить противника врасплох. Вы что, никогда в кино не ходите? Нет времени. То есть при покупке как раз таки вот этой PlayStation Vita мне в подарок, грубо говоря, дали вот две части God of War, то есть God of War, вот этот HD Collection, первый и второй. Но, соответственно, первая часть на английском, вторая вот на русском, поскольку она дублировалась. То есть все это добро здесь есть, в принципе. Но, не то, что мне вот это сильно было так надо, но, тем не менее, в общем, есть и есть, то есть могу как-нибудь в дороге первую и вторую часть God of War поиграть. Mortal Kombat 9. Ну, это уже к моей более величайшей радости. Мне досталось при покупке с PlayStation Vita. Хотя есть вот все-таки нюанс такой. Один очень любопытный, потому что как-то эта, видимо, игра активировалась вместе с консолью, то есть и с тем аккаунтом, который был на ней. Потому что на Vita можно только один аккаунт установить. И хотя там я удалил там все данные, чистил карту памяти, полностью форматировал, но каким-то макаром вот от предыдущего владельца сохранились сейвы. Именно вот от вот этого Mortal Kombat. И у меня не включается достижение. То есть, если я какие-то ачивменты выбиваю, они у меня просто не отображаются на аккаунте. Но это все мелочи, то есть играть можно, потому что, как мне тут как бы заявили, чтобы вот это все активировать, да, то, чтобы игра полностью работала с моим аккаунтом в плане там ачивментов, сохранений, нужно было так, чтобы, соответственно, предыдущий владелец аннулировал ее на своем аккаунте. То есть это странно при условии того, что игра на картридже. Ну, то есть это же не цифра какая-то. Вот. Но тем не менее, как говорил старина Дач, игра ради игры. Ну и, соответственно, я вот очень рад, что у меня вот этот Mortal Kombat есть. То есть можно в него в дороге поиграть. Вот это, в принципе, самое важное. То есть там был какой-то незначительный дополнительный контент в башне. Ну, в принципе, вот игра, которую я купил себе сразу, как у меня появилась PlayStation Vita, то есть буквально на следующий день ее себе заказал, это вот Uncharted Золотая Бездна, The Golden Anubis. То есть у меня все игры серии Uncharted есть, ну, точнее, теперь уже, но не хватало вот только ее. То есть во все остальное я играл, и, конечно, это вот такая первая полноценная игра на PlayStation Vita, которую я прошел. Жутко она мне понравилась, то есть даже больше, чем четвертый Uncharted, даже больше, чем
утраченное наследие, то есть она по духу близка именно к Uncharted с PlayStation 3, то есть оригинальной трилогии. Мне, конечно, здесь некоторые сюжетные повороты не очень понравились, но это такие мелочи, такие достаточно мелкие придирки с моей стороны. Вот. А так игра на самом деле классная, то есть такой, пожалуй, лучший эксклюзив, который был на PlayStation Vita. Значит, Resistance Burning Skies. То есть купил ее больше по рекомендации старины Дача. Ну, точнее, я из только его видео узнал, что, оказывается, вот был еще один Resistance на PlayStation Vita. Потому что я думал, что там всего 4 игры. То есть одна на PSP и 3 на PlayStation 3. Вот, а выяснилось, что был еще и, соответственно, на Vita. Ну, разумеется, я ее тоже купил, но пока вот не играл. То есть только запустил, проверил, что работает. Ну и на этом пока мое знакомство с этой игрой закончилось. Значит, следующая игра — это Sly Cooper Прыжок во времени. То есть он точно такой же, какой он был на PlayStation 3. Единственное, что из-за отсутствия кнопок как раз таки R2, L2, какие-то функции нам на сенсорный экран перенесены. Вот. Но так, в принципе, особых отличий я не увидел. На PlayStation 3 я, наверное, прошел первые два эпизода игры, и потом как-то почему-то ее забросил, хотя она мне очень нравилась. А вот сейчас на PlayStation Vita есть возможность пройти ее полностью, к моему вот величайшему удовольствию. То есть она так же, как и на PlayStation 3, полностью на русском языке. Ну и, соответственно, прям вот я в восторге. Ну вот такая игра, это вот как раз таки Killzone Наемники, там как-то Mercenaries, или как она называлась по-английски. Значит, в принципе, наравне, наверное, с Killzone в плену сумрака, единственная часть, где еще можно поиграть за Хеллгастов. И, в принципе, опять же, у меня были все игры серии на своих родных платформах, исключая только вот этих наемников. И, то есть я очень рад, что я их купил. Единственное, что я их опять же только запустил, проверил, что они работают, и больше после этого их не включал. Еще такой вот у меня кейс есть. Это получается для картриджей PlayStation Vita. Потому что как бы в чем юмор, то есть если мы посмотрим вот эти сами коробочки, то мы увидим, что в лучшем случае там какие-то бумажки были рекламные, да, там непонятные, потому что мануалов уже не клали, и слот под картридж. То есть здесь еще такой хороший пример с какой-то бумажкой, ну, допустим, вот откроем мы какого-нибудь того же Слая Купера, да, и вот здесь вообще ничего не будет. И вот я купил кейс с двумя картриджами. То есть здесь в чем юмор, вот у меня есть две карты памяти, то есть одна вот эта, которая была в комплекте. Вот здесь у меня записаны эти игры как раз таки Тима Шафера, то есть там Grim Fandango ремастер, Full Throttle ремастер, Day of Tentacle ремастер, ну и вот этот Hotel Miami. Он мне каким-то там боком тоже достался на PlayStation 3, и версия для PlayStation Vita, и вот как-то он там у меня сохранился в этих в цифровом контенте, я его тоже загрузил. Ну и как мы видим, это вот картриджи игр, которые вот у меня есть. Но, значит, здесь еще были вот Сорванец в такой стилистике. Вот этих поделок из бумаги игра вся сделана. То есть такая вот ломание четвертой стены там идет постоянное. И вот Little Big Planet версия для PlayStation Vita, то есть там своя эксклюзивная. Ну вот в Сорванца я немножечко поиграл. Там вот активно все вот эти панели используются, особенно задние. То есть чтобы там какие-то действия с ней делать, скажем так, помогает персонажу какие-то препятствия преодолевать. То есть в прямом смысле слова ломание четвертой стены. А вот Little Big Planet я только пока запустил, просто проверил, что она работает. Ну и на этом
вся интеграция с ней закончилась. Вот. То есть вот такой вот кейс. И что я забыл упомянуть, то есть была все-таки игра, которую я здесь прошел наравне с Uncharted Золотой Бездной. Вот. Это как раз таки третий Resident Evil Nemesis. Потому что когда-то эту игру из всех номерных резидентов, ну исключая 7 и 8, я никак не мог осилить. То есть я все ее там пытался как-то пройти там на PlayStation 1 пиратку, потом на PlayStation 3, там на PSP, и все мне как-то, короче, не везло, я ее где-то там забрасывал или, скажем так, стопорился на последней загадке. И вот все-таки, когда у меня появилась PlayStation Vita, я взял себя в руки. Значит, и все-таки вот перед Новым годом прошел полностью Resident 3 Nemesis. Вот. То есть, в принципе, не уверен я, что буду часто покупать игры на эту консоль. То есть, больше ее брал для спасения своего цифрового контента, что я годами покупал через PlayStation 3. Может, какие-то некоторые игры меня тоже заинтересуют, или порты, которые были на PlayStation Vita, но, в принципе, таких игр не особо много. Так что, в принципе, посмотрим, что будет в дальнейшем. Ну, а с вами был Барин. До новых встреч, дорогие друзья. Ты врешь! Ты врешь! Ты врешь! Он врет! Итак, вы меня обвиняете во лжи. Значит, по-вашему, я говорю правду, как долгу? Ой, молчи, молчи, молчи! Ну, слушай, слушай! Как ты смеешь мне говорить вы? То есть, как я смею говорить не ты, то есть вы? Этот человек, по-моему, не в состоянии следовать разумной логике. Он абсолютно выдохся. Ребят, спасибо. Мы сделали это. Мы собрали кресло настоящее геймерское для исправления кифосколиоза, артрита, артроза. Помогает избавиться от грыж межпозвоночных. У меня 4L, 5L позвонки немножечко там сквозят. Ну, все-таки вот все для вас. Все для вас. Для вас стараюсь. Снимаю вон ретро-контент каторжанской. Только с помощью ваших донатов мы наконец-то насобирали. Я считаю, что это наш общий подвиг, наше общее достижение. Вместе с вами мы сделали наконец-то. Вот так-то. Не убавить, не прибавить.